снимаю атаки сов. Две совы защищают свой совятник, на который поднимается орнитолог для того, чтобы поставить. Две летят. Для того, чтобы... Дуплет. Орнитолог поднимается в совятник, чтобы достать подросших совят и окольцевать их. Эти совы занесены в Красную книгу. Поэтому волонтеры ведут работы по их кольцеванию. Вот эти совятники в долине реки Издревой тоже повесили волонтеры. Летит! Почти. Могла бы хоть карабинчик помочь зацепить. И надо тебе помешать зацепить. Смотрите туда. Они с двух сторон, с разных сторон. Там где-то. Так не увидишь просто. А вот эти крики, вероятно, возможно, они координируются как-то или друг друга. Вот, летит! Летит! Опа! Ключа? Догадаться бы мог, что по рукам. Больно? Да, нормально. Так. Сейчас я получу травму. Не от птичек. Летит, летит. Есть? Сколько? Два. Два птенца? А сколько надо? Два. Четыре. Чтобы его поддевать. Почему? Маленькие такие. Маленькие? Ну. Ну да, это самые маленькие были. Так, мешок где? Летит, перелет. Меняют позиции они там для атаки. Ну что, будут еще атаки, птички? Летит! По каске получил, да? Ну, сколько уже? Раз шесть атаковали.